Приветствую всех, меня зовут дядя Мить, и мы сейчас на выставке «Город Воронеж Сад». И, как я и говорил, то, что здесь будет очень-очень много людей. Вот смотрите. Вот так вот. Короче, как я и говорил, то, что реально, блин, людей очень много. Ну и выставочные экземпляры, которые мы видели, вон то, что самолет немножко подвесили с той стороны. Аэропорт Воронеж. Ну, что-то поменялось, что-то вот не поменялось. Сложно судить. Ну, я не считаю то, что прям много чего-то изменилось. Просто прибавилось очень много людей. Вот и все, то, что оживленно стало. Как бы сейчас где-то можно было сфотографироваться. Я не думаю, то, что можно туда прорваться. Вот мы могли возле вон того ЦДМа сфоткаться. И людей не было, и могли там посидеть, покайфовать. Но мы решили приехать именно на открытие, чтобы посмотреть. Здесь такое чувство, как будто здесь весь Воронеж уже находится. И из ближайших сел, и из ближайших городов все сюда приехали. Многие, наверное, из Москвы приехали, конечно, посмотреть на это все. Но я сомневаюсь. В этом году как-то людей сюда согнали. Просто, вот тут, конечно, поменялось. Вот тут прям гербарий, блин. Ну вот что-то добавилось, вот тут живые, ну как ты и говорила, растения новые будут. Вот авторадио, вон там эта люлька. Которую мы уже видели. Пойдем через китайские ворота пройдем сейчас. И, кстати, я прочитал еще в интернете то, что здесь эта выставка приурочена к волонтерам и... Японии, как бы вот так вот. И вот такие вот ворота. Вот тут интересно сделано. Короче, что? А, там мир зеркал. Вон, видишь, туда заходишь. Там мир зеркал, пошли зайдем. Все туда заходят. Смотри, как будто целая куча их тут. Заблудимся. Мы заблудимся. Все, тупик. А, не тупик. Вот и. Мы вышли. Блин, я заблудился. Блин, реально я заблудился, ты глянь. Ты глянь, как я заблудился. Вот. Ну, а ты что, не фоткалась тут? А мы с тобой с той стороны. А, это. Да, мы сюда, мы а я и думаю, что произошло. Не надо, чтобы вышли. Я понял. Вот точно такой, да? Блин. Вот это сейчас иллюзия обмана произошла. Вообще, я и думаю. Что-то прошли, думаю, вроде мы не в ту сторону должны выходить. И раз вышли, а это в другую сторону оказалось. Смотри, как тут за начать все. 100 лет ВГУ. Не, ну вот здесь уже, блин, на самом деле очень много изменений за ночь произошло. Просто неожиданных. Че? Ну да. Сурофан. Ну я понял. Ручки на голову и пошли колено.
Да. Все, ну его переместили оттуда сюда просто поставили. Еще здесь нарисовали очень красивую картину. Один художник, и из-за этой картины вырубили одно дерево. Ну вообще просто кошмар, конечно, деревья вырубают из-за картины. Это ужас, конечно. Но оно довольно-таки красиво получилось. На фотографиях я видел, вживую еще не видел. И сейчас мы должны пройти именно туда и посмотреть, как это будет все выглядеть именно вживую. И, конечно, показать вам, как это все будет происходить. Кораблик удачи. Надо, не знаю. Да, они вон здесь сидят на сене. В воздухе летает такое чувство какого-то праздника, вот это такое вот, не знаю. Какой-то праздник сейчас прям, а не просто выставка. День, огород, сад и все остальное. Мне очень интересно. Все-таки такие моменты, как бы надо все-таки приезжать, смотреть. Почему и люди, наверное, едут сюда. Многие с детьми приехали. Ну, да, но у нас почему-то все равно это вот такой принцип, то что если ты куда-то выбираешься, то что тебе нужно обязательно что-нибудь пожрать. Попить. Все эти едят, как я не знаю, как с голодного края просто люди приезжают. Ну, для меня это все равно как-то. Я этого не понимаю. Там посидеть мороженое поесть, я еще это могу понять там. Но вот так вот, чтобы приезжать шашлык, там каши, херашить, жрать, блин, не знаю. Вон там всякие помидорчики можно покушать. Так они, может, оттам взяли помидоров? А ты тут людей осуждаешь. Чего, как муж одорчат? На халяву и уксус сладкий, знаешь? А вот рояль твоя, которую мы видели. Светящаяся или какая она там? Да. Тыквы. Тыквы. А я думал, мужик сидит. Мужик так, а... Не, парк прям вообще живет и дышит, конечно. Жалко то, что у нас все равно таких парков очень мало. В Воронеже, где можно... Очень многое пройти, как вот в Москве, например, большой парк, который там идешь и говорят, можешь устать идти уже просто. У нас все маленькие парки, которые можно пройти за минут 30, наверное, вдоль и поперек все. И вот парк центральный, как бы он сделан для того, чтобы можно было сюда люди приезжать и гулять именно на целый день. Всякие сделаны аттракционы. Вот тут город Узлов. Вот мы уже скоро, я так думаю, дойдем до этой картины. Я просто даже не представляю, в какой стороне она находится. Ну, я тоже думаю, то, что она справа, и вон там, где люди, наверное, толпой идут. Ну, тут что-то больше, чем в парке, блин, людей. Да. Она облетела уже все воронежские группы. Вон там вот гигантский муравейник, гигантские муравьи. А еще картины с колоннами гигантскими. Видишь, вот эти черные вверху это муравейник. А, ну. Это гигантские картины с колоннами. Муравьи и стрекозы. Сбоку, вот отсюда. Опять мы. Ну все, пойдемте. Мы до нее дошли. Ура! Тут вообще, конечно. Блин, я в этом конце парка первый раз. Смотри, как красиво сделано. У нас квадрокоптера, конечно. Не, ну что, картина сделана классно, на самом деле нарисовано все. Юль, повернись. Это нарисовано? Да. Ну, как красным, по-моему, или выжжено, я не знаю, как оно.
Короче, как-то что-то сделано. Короче, вот таким способом мы дошли до этой картины. Побывали в парке в этом, на открытии выставки. И нам все довольно-таки понравилось. А также мы показали вам, что здесь происходит. Так что все, подписывайтесь на мой канал. Ставьте большие-большие пальцы вверх. Там внизу есть еще, наверное, колокольчик какой-нибудь. Все, с вами был дядя Митя. И всем удачи, и пока!